Вот здесь будет новая спортивная площадка. Благодаря вам. Вообще, таких людей должны беречь и стараться помогать всеми доступными способами. Так давайте же будем честны. Я говорю о том, какие именно возможности для взаимопомощи открываются перед нами. То есть я правильно вас понимаю? Вы, женатый мужчина, предлагаете мне отношения на основе вашего благотворительного взноса. Любопытно. Екатерина Александровна, у меня сейчас очень сложный этап в бизнесе, и мне не хватает внутренней энергии для рывка. Неужели вам не хочется быть музой? Вячеслав Маркович, я обдумаю ваше предложение и отвечу вам чуть позже. Прошу прощения, мне нужно готовиться к уроку.